Всем доброго времени суток. Сегодня 26 февраля. Прекрасная погода. Восхитительное, волшебное настроение. Суббота. И мы пошли на прогулку нашей дружной компании. Поедем далеко. Для этого надо вначале дойти до трамвая, а потом на нем еще ехать в торговый центр Дипа. Да, Альминушка? Да. Но вообще не Дипа, а Дипо. А, Дипо. Вот так вот. Как всегда с нами переводчик, он же нас и поправляет. Учит правильным турецким названиям. Мы там были давно-давно, несколько лет назад, а так он в районе аэропорта находится, да? Ну, как к аэропорту ехать, да. В общем, как-то далече. На улице теплотень, хоть еще и... Ну, относительное утро. 12-й, наверное, час. Ну все, шагаем. Вас приглашаем с собой присоединиться не только к нашей прогулке, но и к нашему YouTube-каналу. Не забывайте подписываться, ставить лайки, а не просто просматривать видео. Ну все, увидимся. А, я забыла еще сообщить, что я сегодня в новых джинсах. Они всем безумно понравились. Я старалась. Ну все, теперь выгуливаю новые джинсы. Палантин взяла на случай непредвиденной погоды. Ну, я думаю, что ее не случится. Джинсы класс. Еще такие думаю купить, только другого цвета. Следующие кофточки. Мы хотим поздравить наших друзей Сергея и Лену с днем их бракосочетания, который был вчера. От всей души вам желаем, конечно же, счастья. Вы долго спите к этому дню. Ва! Это в честь вас салют! Ура! Поздравляем! Обнимаем! А еще хочется сказать Сергею, чтобы он не забыл Лену привезти в свадебное путешествие. Анталья ждет вас! Ну и мы, разумеется, тоже. Вот мы приехали. Недалеко от аэропорта. Вот там аэропорт. И вон как раз самолет пошел на взлет. По любимому пешеходному переходу. Ну и вот этот магазин, в который мы отправляемся. И приглашаем вас с собой. Внутри вот так вот. О, Вайкики Аутлет. Надо зайти. Мы ездили в этот магазин. И нам там цены понравились. Заходим. Пойдем, Алиса. Детская сразу заходим. А, музыка опять. 70 лир юбочка. Это 35 лир. Ну, так, это тоже 70 лир. 70 лир такие вельветовые штанишки с какими-то цветочками. Это тепленькие 65 лир. Это тоже леггинсы. Так, 90 лир стоит. Эти 50 спортивные штанишки с блестючками. Очаровашки. О, ну у нас уже примерки, примерки. Примерочку мы для мамы организовали. Повернись спинкой. Вот такой пуховик. Поворачивайся назад. 320 стоит лир. Внутри он на меху. Ну, подожди, подожди. Ага. Вот такой тепленький. Но в другом Вайкики был подешевле. Ну, другой модель. 80 лир хэбэшное платье на девчоночку. А, Смородина сказала на свадьбу ходить. 130 лир, да? Боже, платье сафари для маленьких выбражуль на годика 4. 130 лир. А, сапоги на будущую зиму 130 лир. А вот для мелких модников 3-4 написано года 70 лир. Ой, ну хлопковая просто прелесть. Ой, и просто белая. Очаровательные брючки 70 лир, эти 100, а вот эти тоже 70, а эти сколько? О, эти 90. Джинсы, джинсовки 200 лир, крайне обработанный. Ой, сзади так на кокетке симпатичные.
Люблю такие юбочки. А силуэт 160 лир стоит. Ой, а это 90 лир. Тоже такого же цвета, вялая роза, джинсовая. А, они тут разных цветов. И голубая, и зелененькая, фисташковая, и коричневая. Рубашка мужская 40 лир. Обычненькая, качество чудненькое. Так, а следующая? И следующая 40 лир. ХБшного качества. Прелестно. Во всем бутике, конечно, не будет возможности зайти посмотреть, поснимать, а то это видео, я не знаю, на 2 дня затянется. Поэтому я просто покажу, какие бренды есть в этом магазине. Зашли в Марк Спенсер, толстовка, так, 550 лир. Леночка хотела по цене сориентировать вас. Так, куртка 650 лир, скидка. Футболки поло по 400 лир, разные. Пижамка, наверное, женская, так, это 600 лир, а штаны 550 лир. Трикотажная кофточка, ого, было 229 лир, сейчас 100 лир. Ну, качество хорошее. Так, брюки 300 лир, а тут сколько? 150 лир. Ну, они такие, как лосины, как вельветовые. 200 лир, вот такое трикотажное утепленное платье, длинное. И сзади леопардовая расцветка, темно-синяя с розовым, тоже 200 лир. А такое вот 230 лир, хабешное в цветочек. Шелково-атласная блузка 500 лир, да, стоит. Моднявые хлопковые штаны по 800 лир. Ну, 799 лир. 16 размер, что-то тут не сильно большие. А, нет, пардон, есть и... Опа-опа. Для сильно красивых женщин. Ну, хорошо. Розовая кофточка 500 лир, такая трикотажная. Я люблю такие кофточки, очень нежненькие, приятные, качество отличное. В катоне хбшные рубашки, вот такие яркие, сочные, 250 лир разных цветов. Вот такая рубаха а-ля кожа, 351 лир. 380 такая, ну, как ветровка можно использовать. Толстовочка такая, 114 лир. А вот это вот 65 лир, укороченная кофтейка. Вот костюмчик хбшный, вот такая кофточка 100 лир, укороченная. Так, и брючки, а брючки посмотрела, я уже забыла сколько. Так, 180 лир брючки. Цвет очень приятный будет, не жарко, хотя в Турции в любой одежде жарко летом. Вот такая меховая майка. 44 лиры. Скажите, пожалуйста, когда это и как носить? Ой, то что-то моей фантазии не хватает. Нелепые синтетические хрустяшки-шубейки. В цене упали 250 лир. 200 лир такая куртейка комбинированная. Но через голову надевать надо. Пальто 450 лир, без скидки, к сожалению. Конечно, оно синтетическое, но не такое хрустящее, как до этого. Симпатичное. Нравится тебе? Сумочный рай. А тут сапоги, скороходы, как из сказки. И сумочка для золотой рыбки. Магазин Фло, кроссовки. Ну, я так понимаю, что он похож на российский карри-магазин. Качеством, ну и ценами. Ой, со смехом кроссовочки. Так, 350 лир.
детские кроссовки, ну, такие уже подростковые. Так, вот 139, 140 и 155. Я так понимаю, что это когда сразу, а это когда по кредитной карте. Возможно, я права. И еще вот такие заценил наш ребенок. 300 лир. А мне вот такие розовые приглянулись. И с блестяшками, и легкие. Вот это. О, ну это вообще... Так, вот эти. Нужно померить. Да что вы говорите? Так, ну и мужские кроссовки в заключении. А вот эти с претензией на кожу 500 лир стоят. О, еще миллион бутиков впереди. На входе в это, господи, в игрушек, магазин игрушек. Он какой робот встречается, симпатичный. Сегодня суббота, народу мало, вообще отлично. А завтра будет воскресенье, будет везде аншлаг. Головоломки какие-то. Головоломки 90 лир. А это, ой, 500 лир, боже. Ну вот, как-то игрушки. Сейчас. Ой, ого, какой здоровый. Угу. Боже мой, Альмина, у тебя дома целый игрушечный магазин. Ну да, это 200, 200 лир, 350 лир. Ой. Мышонки, котенки и другие хомячонки. 220 лир, 165, вот это вот. Ой, 219, ой. 130. А, вот эти семейки. 400 лир, 340. Ой. А тут прям все уже произошло. Заселение и прямо теремок. Вот теремок и теремок. Дорогой теремок. Какой зоопарк. И ферма. Так, а зоопарк. Вот, 100 лир, коняшка. Вот так. Так, а это 110. Конячки нынче в цене. Зверушки. 85 лир. Как в зоопарке видели. Да. Мы такую видели, да, в зоопарке? Ну, мы вот такую вот. Ясно. Ладно. Ну, ты поиграй пока. Крокодил такой реалистичный, черепаха, да? Так, черепаха 110 лир стоит, да? А крокодил почем? 160 лир. Очень реалистичный. Лего дороговато. 600 лир. Вот такая. А тут размер коробочек тоже. 2400 лир. И даже 3. Вот эта сова. Что-то тут 3600 лир. 3600 лир. Кроссовки Skechers. Написано, что 50% скидка. Но на эти 25. Так, стоит 861 лира. Может быть, до 50. Ну-ка, блестяшки. Блестяшки 800 лир. Такие 750 лир. Легкие, конечно, мягкие. Так, а белые 980 лир. Сейчас комбинированные какие-нибудь найду, чтобы цвет. Так, 660 лир. А, вот эти вот приятные. Ну, 1089 уже цена вопроса. 780 вот такие вот серо с розовым и фиолетовые. Вот еще магазин с кроссовками. Что-то я думала, Скетчерсы дорогие. Нет, здесь тоже цены. А, ну это Скетчерсы тоже. 1099. Какие-то за 519, 729. Тут, по всей видимости, разные марки собраны.
Adidas 879 и так дальше. В де-факто рубахи вот такие хэбэшные, как в Катоне, но дешевле прям на 100 лир. По 150 здесь. Цвета разные тоже есть. А вот они во всей красе. И фуксия, и розовая, и белая, и черная. Трикотажные кофточки разных расцветок. 50 лир. Вот даже 40 лир я вижу. Вот в виде водолазки. Цвета разные.